Привет, ребятушки, вы на канале Никита ТВ Геймс. И сегодня мы завершаем прохождение супер игры Moto X3M. Как вы помните, ребята, мы остановились буквально в пару уровнях от финала. Да, смотрите, у нас осталось 5 уровней и все. И мы пройдем всю с вами игру. Заработали мы пока 107 звездочек. Как бы ничего больше я тут нигде не прошел, и поэтому особо никакие новые моцики мне не доступны, вот, допустим, вот из этих, да? Но смотрите, ребята, что я посмотрел. Есть туда еще дальше полистать. Все-таки один год, вот этот мы можем купить моцик. Ведь он нам еще доступен, поэтому сегодня у нас будет новый байк. Это вообще, я бы сказал, какой там баги, да, или что это. Так что будем финальные уровни проходить на этом новом байке. Ну что, давайте начнем. 71 уровень. Посмотрим, как себя покажет новый мотоциклик. Так, вот, ребята, новый байк. Так, надо вспомнить, конечно, как чему управляли тут. Ой-ой-ой, тихонько. Так. Смотрите, какой у нас байк там. Ну, пока нормально, ребята, да? Я уже испугался, что это будут танчики. Здесь еще не было, нормально пошло пока. Ой-ой-ой-ой-ой. О, есть второй чекун, ребята. Так, я сальтушку вкинул. Вот она сальтушечку. Йоу! Куда это меня отнесло-то? Ух ты, какие сложные уровни! Фу, прошли. Сколько? Ай, 2 секунды, да, ребята, не хватило до 3 звезд. Но главное, что мы этот уровень сделали с вами. Что? 72 уровень. Погнали. Так. Стенка, давай, толкайся. Открывай двери. Так, тут грех нам не подумать сальтушечку. Отлично. Еще одну можно сделать сальтушечку. Хорошо, ребята. Во-во-во-во-во-во. Будем съезжать задом. Ух ты. Что это? Что это, ребята? Супер, просто супер, пока супер все. А что бомбочки не взорвались-то? Ё-моё, какой сложный уровень, ребят, да? И ни одного чекпоинта прямо до финиша. Так, ладно, нам надо было как-то попасть на те ящики, да? Ладно, пробуем, короче. Так, все, тут только задом, короче, я так понимаю. Тихо-тихо-тихо. Ладно, тут только на катиках, да, ребят? Смотрите, на катиках. И что? Ничего. Ё-моё, короче. Главное не тормозить, значит, да. Ё-моё, врезались в эту стенку. Да, первая попытка была самая пока отличная. Все, гоним. Так, как нам там пройти с вами, да? Все, сейчас главное никакой тормоз не нажимай, да, ребята? Все, пускай наш моцик катится. Просто на катиком летит, куда ему там надо. Тихо, тихонько, тихонько. Во, хорошо, хорошо, хорошо разогнался. Супер, мы сделали. Жалко, что мы вышли на 3 звезды опять, да, с вами. Ну что, 73 уровень. Локации меняются одна за одной, я еще успел флиптануть. Липчик заработать. Так, нормально, хорошо. Такая была полоса препятствия. Это первый чекпоинт у нас. Так, это что такое? Ну, хотите, а? О-о-о! Где петли мертвых? Ну, третий чекпоинт был. Разбили. Досочки какие-то. Тихо, надо тормозить. А, все, я понял. Надо просто съехать. Есть, да. Тогда, ребята, нам дали 2 звездочки, что? Идем дальше, следующий, предпоследний уровень у нас. Итак, предпоследний, 74 уровень, ого! Это что такое? Что за начало? А, надо назад вообще катиться, ребята. Рыб? Во-во-во-во-во! И что? Слабенько. Походу, все было слабенько сделано. Давай-ка повыше поднимемся. Не так высоко! Так, и скатываемся. Так, вот другое дело, ребята. Нас перекинуло. Давай, газуй.
А финал уже почти близко. Так, попробуем, ребята, сейчас пройти этот уровень. О, куда мы заехали? Так, гоним дальше. Юху, есть чекпоинт, уже хорошо, ребята. Чекпоинт взяли, значит, отсюда и продолжим. Так, аккуратненько. Есть финиш, кстати, легкий уровень. В принципе, легкий уровень. Ну, опять без звезды, а так хочется 3. Что? Все, ребята, финальный, 75 уровень. Погнали. Ну, как мы проскочили это, я вообще в шоке. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть. Не долетели, давай-ка еще раз. Есть, проскочили это дальше. Есть. Как надо делать, ребята, не понял. А, да, надо сюда запрыгнуть, точно. Отлично, газуем, вперед. Финальный есть, чекпоинт взят, хорошо, бомбочка. Что сделала, бомбочка? Так, ладно, там какой-то шарик покатился, ребята. Исследуем шарик, это затычка, точно. Да, есть. Ну что, где финиш-то? Вау! Ё-моё, вы видели, кстати, мы были близки к финишу. Давай еще раз. Просто я, ребята, не сориентировался там немножко. То надо было на стенку упереться. Так, аккуратно. Так, погнали, гоним. Нет! Ну давай ты. Ё-моё. Мы можем сделать финиш красиво, а? Так, ладно. Третий дубль. Так, юху! Ё-моё, четвёртый дубль, да что такое? Снискотипно, это, конечно, для финала очень слабенько. Ну что, надо сейчас по-любому проходить. Так, аккуратно. Аккуратно. Опачки. Есть, погнали. И вот так сделаем, опачки, всё, ребята. Да, мы летим на финиш. 99 секунд. Ну, это, конечно, жесть. Ни одной звезды. И что? Все, ребята, да. Фу, мы прошли всю игру. Конечно же, мы ее прошли не чисто, понятное дело. Мы собирали в общей сложности 115 звездочек. Просто играя, вот как есть, так есть. Ничего не переигрывая особенно. Так что на этом, ребята, все. Конечно, можно тут еще попотеть, поиграть. И смотрите, сколько тут очень много всяких мотоциклов можно пооткрывать. Ну, посмотрим, может быть, будет какое-то обновление, может быть, еще какие-то тут устроим тоже ивентики с вами. В общем, если нравится подобное видео, обязательно ставим лайк, пишем комментарии и подписываемся на канал, если вы это еще не сделали. С вами был Никита. До скорого.